Всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы с вами продолжаем дальше играть в Террарию, друзья. И сегодня мы с вами сделаем мы сегодня с вами мега-акулу. И также постараемся убить Скелетрона. И все-таки типа, ура, Джесс его победил, Джесс вообще молодец, Скелетрона Прайма. Да, ребят, это как-то было вообще не запланировано. И эти планы вообще не входили в эту серию, но я постараюсь сегодня его убить, потому что как бы одной мегаакулы будет мало, а сделать бур крутой, добыть немножко хлорофита не смогу, потому что как бы последняя душа именно находится в нем. Душа, soul of, переводится на русский как страх, испуг, как-то так она переводится. Дословного перевода я не знаю, да и, собственно, неважно, это душа в нем, и мы должны эту душу из него выбить. В количестве одной штучки она нам нужна, из него дропается, это там 20 штук вроде бы. Вот, если мы его убьем, этого механического скелетрона Прайма, тогда нам будет аллилуйя, ура, мы сможем сделать себе крутой бур, добыть себе немножко хлорофита, пули сделаем хлорофитовые, потом броню, потом сделаем себе крутую броню, и вообще все будет прям вообще круто, прям вот так, ребят, вот большая пальцер показываю вам. Так что, ребят, давайте сделаем сначала мегакулу. Делается она по принципу обычный пулемет, обычная акула, потом идет у нас дополнительное вооружение, дополнительные там штучки там для оружия, всякие такие, да. Вот, потом 5 плавников акулы, мы идем в море, убиваем акул, с них дропается по вот одному плавнику 5 штук и 20 душ, которые дропаются именно с червяка, механического червяка, которого мы убивали в предыдущей серии, ребят. Так что, кто не смотрел, посмотрите, а кто знает, то будет знать, 20 штук нужно. Вот. Кто не знает, то можете просто взять эту акулу, если вы ее сделали, или там купить за 25 голды вот эти вот дополнительные штуки для крафта оружия. 25 голды стоит у торговца оружия, только ночью можно это купить у него, именно вот это. И зайти к гиду, нажать крафтинг там, да, посмотреть. Ложите в ячейку и смотрите, что можно взять мегакулу с добавлением вот этой вот штучки. Там, что нужно для этого всего. То есть, кручевики, можно даже так сказать. Вот. Патроны я буду использовать вот такого типа. Вот. По дамагу будет 16. Вот. Нормальные патроны. Также будь я снял, положил такой вот перк, как вот такой перк. В принципе, тут все написано. На стрелы. Я буду лучником. Я буду стрелять с мегакулы, также щиток, регенерейшнс, потом это плюшки со стены плоти выпали, такие две. Я думал положить вот эти бути, но они мне как-то не нужны, я буду летать, так что оно как-то мне не надо. Хотя могу положить, буду драться в броне вот такого типа. Это Хэллоуид, броня из слитков Хэллоуид, которые дропаются с близнецов. Вот, в принципе, все, ребят, хватит говорить, пора делать дело, а потом все разговоры, постараемся его убить, серьезно говорю, если я его не убью, то как бы, ну, обидно будет, в следующей серии его убью, подготовлюсь, убью, баф я буду использовать такого типа, там, дамаг, типа, еще какая-то ерунда, что нашел, то и закинул к себе в инвентарь, вот, ну, так почти на голяк я буду его убивать, вот, жизнь прокачала немножко, понаходил сердца в джунглях, вот, так что, ребят, хочу добыть душу сегодня. Сделаем мегакулу, и все у нас будет пучком, ребят, все будет у нас замечательно, все будет хорошо, давайте выбьем, идем на вот такую вот наковальню, розовую или зелененькую, прошу прощения, ребят, за то, что забыл, мифриловая или там, как-то она называется, не помню, нажимаем Escape, там E, у кого как забиндено, мегашарк, есть, ребята, сделали тут мегашарк, все у нас замечательно, все у нас хорошо, это все переложим в нижний слот, теперь у нас бафы есть, жизни есть, дополнительные какие-то штучки ненужные тоже у нас само собой имеются, мега-акула есть, телепорт есть, но мы его юзать не будем, уберу его, теперь берем призывалочку и быстренько, пока у нас время не вышло, хочу его постараться убить, ребят, давайте возьмем раз, два, вот, сколько у нас времени, надеюсь, я успею, сейчас бафнемся, сколько у нас, 12 получается ночи, баф. Еще один. Арены у меня нет, ребята, я слишком ленивый, так что я буду драться возле своих NPC-шников. Пусть они посмотрят, как я буду его нагибать. Надеюсь, я его нагну сегодня, ребят. Так что баф у нас стоит на Б. What the fuck? What the fuck? What the fuck, ребята, что это за... What the hell? Чё это за... Чё это за прик... What the fuck, ребята, чё я сейчас только что выпил? У меня мир перевернулся. Офигеть, просто офигеть. Куда я лечу, ребята? Пипец просто. А это можно... Пипец, я перевернулся сейчас. Вот это эпик, ребят. Офигеть. Я более-менее спокоен. Я дерусь с боссом именно ночью. Именно ночью, ребята. Да. Именно ночью. Какие-то традиции, знаете, с боссами драться по ночам. Ладно, ночью так ночью, в принципе. Он немножко там бушует.
злится. Я его уже немножко потерял. Где ты, Наи? Наш боссик. Ой, боссик какой. А боссик сегодня не в духе. Я смотрю, очень страшный скелетрон. Первый раз, конечно, я с ним дерусь. Мне не нравится то, что такая ерунда происходит. Я, наверное, знаете, все-таки одену свои башмачки. Вот, потому что как бы это ни дело. Потому что я вообще никак не могу из-за этого нормально передвигаться. Ох ты, вот эта скорость. А это скорость, пипец, я понимаю. Так, я его, в принципе, пока по чуть-чуть так дамажу, можно сказать. Да-да-да-да-да, он у меня умеет перелетать, кстати. Я вот не умею. А я как раз не умею так вот телепортироваться через все эти потайные стенки. Так что я постараюсь сейчас на нем сосредоточиться. Буду уклоняться от его всяких ненужных красных лучей. Буду стараться держаться к нему близко, а то неохота его как-то потерять, знаете. И упустишь такого из виду, и все, короче. Не знаю, какие перки положил, нужные, ненужные ли к себе в штаны, но надеюсь, они заработают. Я его убью, потому что я хочу его убить в этой серии. Реально, я буду очень рад, доволен, да и вы тоже, наверное. То, что я босса-то... вот так вот, неожиданно, вообще не запланированно возьму и... А я забыл печеньку взять, скушать. Ну ладно. Ой, пипец, ой, какой ты злой, ой, какой ты страшный, ой, иди отсюда, господи, боже ты мой. Так, ну, в принципе, его снаряды, конечно, бесполезные. Гравити я также выпил, но, в принципе, надеюсь, все это нам дело поможет. Ай-яй-яй, быстро вниз, я не умею тут маневрировать. Вот поэтому я и буду получать от него. Много рук, слишком много рук, чувак. Хорошо, что он снаряды не кидает, хотя его снаряды бесполезны. Пушка, вот пушка меня реально давно хотел ее сделать, слава богу, получилось. Получил. Так, в принципе, сейчас мы тут всю карту, наверное, с ним пооблетаем. Ой, иди нехороший, ой, иди нехороший, ой, ты бяка, бяка, забияк. Пошел, пошел, пошел. Негодник такой, иди, иди со своими клешнями, руками, я обниматься не хочу. Не хочу тебя не слышать, не видеть, дорога вообще неровная какая-то. Местность вообще дерьмо, самое настоящее, ребят, прошу прощения. Ну что есть, то есть... Ай! Убери свои клешни. Так, все, быстренько, 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 продолжаем, продолжаем, да, продолжаем. Да, ну что ж ты такой резкий, дерзкий, а, как пуля. Резкий. В принципе, у него остается меньше жизни, это хорошо, но мне нужно не уходить от своего, так сказать, расчета, плана. Господи, что я говорю, мне нужно просто лететь, лететь и отходить от него подальше, как можно подальше. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, пошел ты, Вася. Ой, нехороший, негодник какой, негодник, негодник. Ребят, надеюсь, я его убью, серьезно, потому что это будет эпик, я буду рад, серия получится вообще самая удачная, вообще. Да что, ребят, поддержите меня скорее, скорее поставьте палец вверх, чтобы я его убил, пожалуйста, да и чтобы мне патронов хватило. Нет, самое главное, я его убил, потому что если его не убью, все тогда. Вообще пипец, шандец и... А переписывать я не хочу, перезаписывать серию как-то. Надеюсь, убью, господи, помоги мне, пожалуйста. Ой, надеюсь, убью его. Где наш боссик? Где наш боссик? Ой, господи, думал, ты уже пропал. Думал, ты уже... Слава богу, ты тут. Слушай, по тебе даже соскучился уже немножечко. Вот такой ты интересный босс. Такой пипец, какой-то панк, слушайте. Чего у него с головой, а? А, у тебя прическа такая модная. Ой, не трогай меня только, не трогай меня. Ой, хоть бы тебя убил бы я сейчас. Хоть бы мне хватило времени, потому что если время выйдет, то ты пропадешь. А это, ой, как неохота. Ой, как неохота, ой, как неохота, серьезно, ой, как неохота, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой, прошу тебя, умоляю, прошу тебя, ой, умоляю тебя, умоляю, не трогай меня, пожалуйста, умри, вот это я тебе умоляю. Умоляю, чтобы серия получилась вообще такая отменная, такая серия, чтобы ты прям умер и все такие типа, ура, Джесс его победил, Джесс вообще молодец, красавица, босс вообще плохой. Вот это... Прикол. Почему? Я не уберу этот крест. Потому что он будет напоминать то, что он меня убил прямо здесь. Чуть-чуть. И он такой типа... И все. Это было обидно, серьезно. Это как-то, ребят, знаете... Знаете, как-то неприкольно. Да, как-то, знаете, не классно то, что так произошло. Ой, ну я старался, я пытался, ребят, серьезно, пытался его замочить, в общем, да. Обидно, что такая фигня, короче, произошла, ребят, даже не знаю, что сказать. А, последние минуты, секунды, такой эпик, фейл, никто не ожидал, реально, даже я не ожидал, серьезно, думал, его убью. Ну это было как и с первым боссом, собственно, тоже его не убил. Надеюсь, уже со второго раза его грохну, сегодня, наверное, я его уже бить не буду, потому что и время, наверное, уже сколько там... Я уже призвать его не смогу, хотя... Ну, призвалку тратить зря, знаете, не буду. Все-таки сделал что-то я неправильно. Возможно...
что-то я не купил. Почему? Какой-то, может, не хватало чего-то мне, я не знаю, почему. Мне не получилось его убить, ребят, серьезно. Он так типа резко, типа, почти, ведь я же его хорошо так дамажил. Ладно, ребят, давайте тогда... Что я могу еще вам показать, рассказать в этой серии? То, что... Хотя нужно было, наверное, там какие-то плюшки поставить, чтобы Ренка пошла, не знаю. Ну ладно, ладно, пофиг. Обидно, серьезно, немножко, так знаете. Да даже не немножко. Так серьезно обидно, ну ладно. С боссом с этим пока покончим. На сегодняшнюю серию, да, думал, типа, сделаю, типа, пым. Ладно, давайте, ребят, тогда я вам покажу то, что я могу сейчас сделать. То, что я вам хотел показать и рассказать. Слишком бы большой, наверное, был эпик. И, как бы, он такой, типа, нет, не получишь же сегодня ничего. Так что, ладно, значит, смотрите, ребята, Frostcore — это штука, которая дропается с голема, большого, такого ледяного голема, снежного голема. Такой, ну, Йети, как он там называется, не помню толком. Вот, с каждого стопудово, 100% дропается одна такая вот Frostcore. Такая вот слеза ледяная, можно сказать, да, такой вот ледяной кусочек. Нам нужно всего 3 штуки, чтобы сделать броню нового уровня. Для этого нам понадобятся также слитки, которые дропаются с близнецов. Это Halloween Bar. Вот, возьмем их, идем на наковальню, мифриловую или вот, как, вот такую какую-то. Подходим, смотрим крафт, можно сделать меч, еще какую-то штуку, можно сделать вот эту броню, которая у меня уже есть, и можно сделать вот эту вот фростовую броню. Да, такая прикольная броня, в принципе, тут у нас 10, 20 и 13, здесь у нас 24, 15 и 11, вот, ну, в принципе, для разнообразия можно эту тоже купить, вот, давайте ее купим, потому что, ну, весы есть, и почему бы не сделать, посмотреть, показать вам, так что, ребят, эту мы снимаем бронечку вот так вот быстренько, а вот, также я, кстати, ребят, делал вот сет себе, вот, из джунглей, из джунглевого ресурсов, и так и не доделал себе, ну, ладно. Одеваем вот эту нашу новую такую крутую броню. Вуаля. И смотрим. Ух ты, ребята, а смотрится-то? Смотрится-то как неплохо, смотрите. Вау, даже очень неплохо смотрится, потому что... Потому что даже крылья подходят здесь. Офигеть, вообще классно. Вот только если щиток, хотя, в принципе, вроде бы и так неплохо. Реально, прям вообще супер. Найс, ребята, очень-очень хорошо. Мне нравится эта броня, серьезно, прям... Классно, классно. Ну, по защите, конечно, она отличается от той. Не, на немножко. Совсем на немного отличается. А вот. Ну, напишите, ребят, в комментариях, драться мне в этой броне или ту одеть, как бы. Так что, надеюсь, в следующей серии его убью. Точно, ребят, убью, так что словом даю, ребят. Сегодня как-то, блин, я пересмотрю, как-то так резко у меня бабах и все. Надо на последних минутах, наверное, к нему не подходить было вообще. Но он как-то, ну, это нереально не подходить к нему, он ведь... ТП-шится как-то так быстро, а не летает. Именно как-то улетел он такой и быстро к тебе, окей. Также хотел вам что-то про оружие рассказать. Уже вылетел из головы, так прострелся. Серьезно, пипец. Так разволновался, у меня аж руки трясутся. Я такой убью, убью, убью. Да-да-да-да. Это на самом деле было тихим и спокойно, да? Я так разгорел, а на самом деле переживал еще как. Как бы, да, вот этот сет, то есть это броня у нас, то есть слитки сюда, я уже в словах путаюсь, ложим сюда, в принципе, все. Вот, мега-акула у нас есть, так что, ребят, нам осталось убить его, сделать себе бур с добавлением частицы вот того, что это его души, которая с него дропнется, сделаем себе бур или молот, там с добавлением молот, кирка и еще топор, нарубим себе хлорофита, сделаем себе сет, сделаем себе черепашью броню, сделаем себе хлорофитовое поле и вообще мы будем супер крутыми и вообще, 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 за best все будет. Вот, так что, наверное, на этом уже все, ребят, будем заканчивать. Вот такая вот небольшая коротенькая серия у нас была сегодня. Я думал, конечно, что я босса убью, потом мы такие и пойдем, сделаем себе новую броню, новое там оружие, сделаем там палочку, прокачаем вот эту вот магическую. Не получилось. Не получилось, не фартануло. Вот, как бы хлорофита ковырнем, ну, как бы нет. Так, нет, ладно. Так что на этом серии будем заканчивать, ребят. Большущее вам всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите ваш комментарий, делитесь этим роликом со своими друзьями. Я всегда рад новым подписчикам на своем канале. С вами был я, Джесс, это была Террария. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока. До новой серии, до нового ролика. Увидимся скоро уже, пока.